Стихотворение Гольцовой на конкурс «Дети читают стихи». Усова Марина, 16 лет, город Юга. Промчалось лето, отцвели цветы. Прошла и осень, опали листы. Приближается время снега, и да, будет холодно, короче, зима. Скоро снегом все белым завалит. Будет красиво и в лес тех поманит. Будут снежинки на солнце сиять и сугробы большие под елкой лежать. Станут снежки все играть, веселиться, песенки петь и с друзьями резвиться. А потом придет волшебная пора, сказки чудесные, подарков и тепла. На улице будет много флажков, ярких гирлянд и цветных огоньков. Люди толпой в магазины пойдут и сумки с подарками домой принесут. Все суетятся, волнуются, ждут, когда же куранты 12 пробьют. Когда же придет долгожданный момент, чтобы забыть все дружно смогли проблемы, заботы, несчастье свои. Чтобы забыть кучу невзгод, счастливыми стали. Ведь грядет Новый год, большими шагами в дом ваш идет, и счастье огромного вам принесет. Все друг друга поздравить должны, пожелать друг другу счастья и любви. Ну а я вам желаю, чтоб Дед Мороз в подарок огромный мешок вам принес. Радость и смех, веселье, успех, здоровье и много того, о чем вы мечтали, желали и ждали. Печаль свою, тоску свою, сложите же в мешок ему, пусть все это заберет и в лес с собой унесет.